Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у меня на обзоре ботинки, зимние ботинки с сайта AliExpress. Но это не совсем зимние, их можно носить осенью, весной, я думаю, и зимой. Долго искал, смотрел разные варианты, читал отзывы и остановился вот на этом изготовителе. Не знаю, правильно ли прочитаю, Клортс. Нашел официальный магазин на сайте AliExpress и заказал. Из плюсов, эта цена, реально очень дешевая цена, как на такого качества ботинки. Ссылку оставлю в описании под видео, смотрите. Ботинки сделаны реально из кожи. Это кожаные ботинки, здесь нет заменителей. Ну, я проверял, все кожа. Я не эксперт, но насколько я понимаю, вот это все кожа. Вот это кожа, вот это, вот эти вставочки все из кожи. Вот только вот этот, вот это какое-то уплотнение специальное, не знаю, пластик или как его назвать, на носке. Сюда приходится очень, я так понимаю, большая не нагрузка, но вот вы ударяетесь вот, этим местом, и они специально, чтобы не повредить кожу, сделали вот это уплотнение. Но более жесткое, более, наверное, износостойкое, чем кожа. И вот здесь очень большая нагрузка вот от шнурков идет на эту часть, и они также сделали такое же уплотнение здесь. Здесь идет резиновая вставочка, вот это все кожа, 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 и вот это какая-то такая жесткая, не жесткая, а такая плотная сетка. Вот хорошо здесь придумали, реально мне нравится. Я потом поношу эти кроссовки, эти ботинки, и запишу, наверное, еще один обзор-отзыв после месяца, например, носки. Расскажу вам, как впечатление и как они себя, ну вот, как я себя чувствую в этих ботинках. Так, что касается проклейки. Проклейка здесь аккуратная, клея практически нет, он заметен, но это не смертельно, мне нравится. Реально все аккуратно, хорошо проклеено. Также все безумно чисто, точно, без косяков, без пробелов. Вот как ровно все прошито. Вот мне нравится, что прошито здесь все очень аккуратно. Также мне понравились вот эти на шнурки плотные, такие хорошие, надежные. Вот на первое такое впечатление. Вот штуковины вот эти. И понравилась подошва. Подошва состоит из трех материалов. Это вот эта пена, верхний материал. Вот это какая-то пластиковая такая вставка. И здесь идет, не знаю, как назвать вот этот материал. Это какая-то такая очень плотная пена. Ну, пластмассой это не назовешь, но и резиной это не назовешь. Реально очень хорошо сделано. Хороший протектор. Мне кажется, он будет очень цепкий. Скользко в этих ботинках не должно быть. Ну, об этом все потом. Когда я поношу эти ботинки, я уже вам отпишусь. Но первое впечатление такое. Вот мне понравилась подошва. Ну, еще что очень понравилось, так это как оно все, ну, реально все очень качественно сделано. Даже внутри все прошито очень аккуратно. Сейчас я вам покажу. Вот там вот сельку видно. Размер я заказал себе 43-й, 275 мм стелька, и я замерял эту стельку, она ровно 275 мм до углубления, то есть размерная сетка у продавца указана верно. 28 общая длина, но если считать по стопе до углубления, будет 27,5. То есть эти кроссовки соответствуют размерной сетке, указанной на сайте у продавца. Ну еще что понравилось, когда я вынул вот эту стельку, вы посмотрите, как все внутри аккуратно сделано. То есть такое впечатление, что оно все цельное. Так аккуратно прошито, так аккуратно сделано все внутри. Не к чему придраться. В ботинках, ботинки сделаны очень и очень хорошо. Ну вот такое первое впечатление. Первый мой обзор после распаковки на вот эти ботинки Клортс. Кожаные ботинки с сайта AliExpress. Ссылку оставлю в описании под видео. Если будут у кого-то какие-то вопросы, возможно, что-то недорассказал, а вы хотите знать, задавайте в описании, вернее, в комментариях. Все, на все вопросы отвечу. Я вот с сегодняшнего дня, наверное, начну ходить в этих ботинках, попробую, прочувствую, как оно и что оно, и потом запишу еще один обзор, уже отзыв свой о качестве самих ботинок в носке, как они себя проявили в носках.
Всем спасибо за просмотр. Если есть желание, подписывайтесь. Надеюсь, дальше будут еще интересные покупки и интересные обзоры на эти покупки. Если не тяжело, поставьте лайк. До свидания. Всем хорошего настроения.